Ватруша и Котофей Царапович. Половина первая. Посреди бескрайней зимы притулился ветхий домишко к неохватной ели и почти спрятался меж ее лап, покрытых снеговыми варежками. Когда-то неохватной ели не было совсем, а домишко был новенький, свежесрубленный. Тогда жила в нем пара молодых – муж да жена, Миша да Матрёна. И не было у них тогда почти ничего, кроме мечты о светлом времени, когда будет все – и детишки, и разный скарб домашний, и коровка, и сад с наливными яблоками, и достаток, и счастье. А чтобы мечта сбылась, работали муж да жена, не разгибаясь с рассвета и до глубокой ночи. Поработают, поработают, вечеру повалятся на палате и ну мечтать, да сны сладкие смотреть. А как выглянет солнышко, снова работать начинают. Незаметно утекли годы. Ель, что в первый год посадили семечком малым, великаном вызнилась и стала красавицей. Детишки, что родились у Миши и Матрёны, кто в младенчестве помер, кто в лихие годы сгинул без следа, один любимый сынок остался — Васенька. Достаток то пребывал, то таял, коровки и прочая живность домашняя то нарождались, то погибали. И как-то все казалось, что вот оно, счастье, смотри, почти что наступает. А потом поворачивалась судьба боком, и уже вроде и нет счастья, а есть только работа и мечта, и снова работа. Не заметили Миша да Матрёна, как немощными стали. Потом осталась Матрёна одна, потому как Миша, ухнув как-то тяжело горлом, вроде споткнулся на пороге, да и остался лежать. Ноги в домишке, голова под осенним дождем. Порыдала Матрёна над покойным, обмыла, как положено, сама могилку вырыла, гроб да крест сама сколотила, схоронила мужа. Сыну, Васеньке, весточку отправила так, мол, и так. Не волнуйся и не расстраивайся, дорогой мой сыночка. А только Мишенька мой единственный, а твой родитель, Господу душу изволил отдать третьего дня. Так что пиджак, что просила я привезти ему из городу, ты уж, светик мой, носи сам. А мне ничего не надо. Только бы ты приезжал повидаться. А как одна я теперь осталась совсем, то тяжело мне уже с хозяйством управляться. Отправила весточку сыну и стала ждать. А чтобы не скучно ждать было, завела себе кота. Ой, хороший, ласковый, мурлычет громко. А ноги трется, игривый, но иногда норов свой кошачий любит показать. То рушник в клочья когтями издерет, то прыгнет из засады играючись, да укусит носок Матрёнин. И придумала Матрёна называть его Котофей Цап-Царапович Кусакин Рыболюбский. А может, не придумала, а услышала где-то или прочитала. Только это полное, так сказать, наименование было. А коротко она его всегда Цапкой звала. Вот и жили теперь в домишке под елью Матрёна и Котофей Цап-Царапович. Жили себе, да восятку ждали. И год ждали, и два, а он все не едет к матушке, да не едет. Какой-то грустный рассказ у меня получается. Ну, ничего. Дальше веселее будет, потерпите немножко. Наконец, сколько уж годков прошло и не знаю,
Приехал, Васятка, радость. Да не один приехал, меня с собой привез. Я ж никогда еще у бабы Моти не бывал, не знал ее, не видел. Только иногда Василий мне письма ее читал. Хорошие письма, добрые. Ой, я что, забыл про себя вначале сказать? Я Ватруша. Только, знаете, меня часто путают и Ватрушкой зовут. Нет, я не обижаюсь. Просто я же разве на Ватрушку похож? Вот, посмотрите, вот так. Ну, вот так, вот. Ну, нисколько же не похож, правда? Не будете путать? Ну и славненько. Вот. А я ведь раньше у Васеньки в камине проживал. А когда ремонт капитальный делали, всему дому, камин зачем-то замуровали. Тогда я в электрический обогреватель переселился. Там хорошо было. Ну, хотя немножко тесновато. Не так, как в камине. А Василию, опять же, перед обогревателем удобно было письма маменькины читать. Вот он разложит письма, обогреватель включит, залезет в кресло с ногами и вслух читает. Почитает, почитает, повздыхает, погорюет. Ну и так вот я про Матрёну все-все узнал. Да. Собрался он когда к ней ехать, то я тоже с ним решил податься. Там же печка русская, просторная. И потом на природе опять же. Молоко свое, парное, топленое. Хлеб пахучий там, грибы там, ягоды. А вода в колодце, не то что городская. Ну и поехали мы. Матрёна выбежала нас встречать, а сама почему-то плачет. Радоваться бы, да смеяться надо, а она в слезы. Вася обнял ее, стал утешать. Потом они на могилку Мишину пошли. А я в дом и сразу в печку поселился. Ой, братцы мои, красота! Тепло, просторно, не то что в нашем камине даже. Уж я про обогреватель вообще молчу. Благодать одним словом. Я все-все обсмотрел, удобно расположился, обустроился. Ну, тут Матрёна с Васильком вернулись. И мы вечерять начали. Хорошо посидели. Душевно. Матрёна свои фотографии показывала. Василий свои. Что привез? Долго-долго говорили, про все поговорили. Потом Василек гитару взял. Тут я немножко побеспокоился. Гитара старинная, потрескавшаяся, струны дребезжат. Ой, не получится, думаю, ничего. А Василек ловко так все поправил, настроил инструмент. Да как запоет. Дивлюсь я на небо тай думку, гадаю, чому я не сокол, чому не летаю. Ой, ребята, я и не подозревал, что он так здорово поет. Наверное, как этот, ну как его, ну вот вертится на языке. Забыл, ладно. Долго песни пели, чай пили со смородиным листом и с медом. Матрёна шанишки напекла. Я такого объедения в жизни не помню. О, вспомнил Шаляпин. Вот, зря вот так вот вы смотрите. Я же не смотрю на вас вот так. Ну, потом, что тут такого смешного? Пока смешного нет ничего, можно не улыбаться. А, вы мне не верите. А тогда знаете что? Вот послушайте. Ватрушей стать не так просто. Я в нашем городе всего двух ватрушей знаю. Можно, конечно, ватрушей сразу родиться. Но таких случаев еще не бывало. Ватруша – это призвание.
к нему идти надо. Ну, например, сначала домовым поработать. Показать себя на поприще, так сказать. Потом можно... Ой, я чуть не разболтал. Ой, у нас с этим строго. Если что, и вакансия свободна. Желающих полно. Я же про другое совсем начал. Так, про что я начал говорить-то? Не помните? А, про Шаляпина. Нет, про него я уже сказал. А, про шанишки. Про шанишки. Моя бабушка тоже шанишки пекла. Но у Матрёны шанишки. Это просто какой-то блан-манже. И даже вкуснее в 100 раз. И вот. Падает у меня... Нет. У Василька. Не помню. Неважно. Падает кусочек шанишки. На самый край стола. Ну, бывает. Ну, со всяким же бывает. Ничего страшного. Ничего страшного? Ага. Может, для всех и ничего страшного. А когда из-под стола когтистая лапа, у меня аж мороз по коже.